Всем доброе утро, мои телепузики. Я вам сказала, сниму. Вот вода у меня идет. Это деревня Жилецево, Дзержинский район, Калужская область. Общежитие 21, квартира 10 и 9. Моя 10. Моя вот так идет. Вчера вообще еле-еле текло. А вот у соседа 9. Вот как у него хорошо бьется. У нас одна труба. Я не знаю, что это такое. И сверху надо мной у них тоже еле-еле идет. У нас здесь присоединены 4 квартиры. 9 и 10 сверху над нами и вот сбоку. Я не знаю, как. У меня раньше шло хорошо вода. Когда только приехала, катеранты выгнала. А сейчас какой месяц, я не знаю. 3, 4, 2, я уже запуталась. Вот так идет у меня. Вчера вообще еле струя шла. Ну, это я к себе. Я свет не ворую. Здесь света у нас нельзя, не сделали, так как у нас левый свет какой-то. Я не знаю, какой левый здесь. Это я от себя, я не ворую. Так вот шланг туда. И греется у меня вот это вот, чтобы вымыться. Вот эти трубы. Я не знаю, что это за трубы какие. И там трубы, я не понимаю, я же баба. Я не знаю, какая причина, но вода у нас стала еле-еле литься. Вот у соседа как льется хорошо. Вот у него. Это еще слабый напор, у него вообще льется сильный. А у меня вот так льется. И еще бывает вообще еле-еле льется. Вот как вчера. Не знаю, что это за ерунда. То ли кто-то, может, ворует воду, я не хочу сказать. Кто-то присоединен к нашей трубе. И соседка меня видела сверху, сказала, у них тоже идет еле-еле. Какой месяц? Было раньше хорошо. Было хорошо, а сейчас еле-еле идет. И у нее, вот и у меня. Я не знаю. Помогите, я пенсионерка. Я 66-го года, у меня квартира, я не член, здесь в общаге члены, я не член, как они называют, я не знаю, проверьте, как, что, у меня денег нету, я не работаю, вы сами знаете, что 66-го года пенсию перенесли на 58 лет, нанимать мне некого, потому что, чтобы нанимать, надо деньги платить. А у меня квартира не противизированная, я не член. Здесь все члены, я не члены. 5 квартир, мы не члены. И я не знаю, что это такое, вот уже какой месяц. И соседку, вот я неделю назад ее видела сверху, она говорит, у вас как вода льется? Я говорю, никак, какой месяц? Вот и у нас, еле-еле. На второй этаж вообще, наверное, еле там поднимается. Не знаю, какая причина, то ли кто-то подсоединился, кто-то ворует воду. А я страдаю. Я раньше посуду мыла, мыла посуду холодный раз, там что мне вымыть. А вы сами знаете, горячую воду я тоже экономлю, чтобы сполоснуться. Так как я не работаю, не работающая пенсионерка, не могу найти хорошую работу. Меня не берут, говорят, старые уже, даже в торговлю. И я везде все экономлю, горячую для себя. Чтобы посуду вымыть, я мою холодную. И вот видите, что это ерунда. Не знаю. Не знаю почему. Свет у меня, я законно не ворую ничего. Я не знаю, кто мне проверит это все. Сейчас я, конечно, в ИК брошу жалобу. Везде брошу. Ну, а что мне? Значит, члены должны пользоваться всеми, а я не член, не должна пользоваться. Ну, все. Примите меры. Сейчас я в ИК брошу.